два, три. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу, и сегодня у нас челлендж «Настоящие сладости против сладостей из арбизов». Нет, они будут у тебя будут они. Не буду я есть арбизы, я буду лучше торты есть. Не торты, а торты. Сегодня папа для нас подготовил вкусные сладости, и мы должны будем сделать такие же сладости из арбизов. Та-дам! И знаете что? Что? Я впервые в жизни вижу черные арбизы. Знаете, что мне это напоминает? Икру? Черную смородину. Нет, это для икры на куш очень крупные. И знаете что? Что? Смотрите. Белый океан. Ой, синий океан. И из океана мы достаем белую жемчужину света. Ну, посмотрим, какие у нас сейчас будут вкусняшки в первом раунде. Готово? Да. Раз, два, три. Вау! Вау! Папа, ты сам пек? Конечно, да. Это прекрасно. У Вики... В магазине испек. В магазине, ну понятно. А у меня какой-то пирог. А мне почему ложечки вы нету? Вы рано радуетесь. Что? Теперь вы должны будете сделать такие же вкусняшки из этих арбизов. Подожди, мам, ты что уже кушаешь? Значит, и я буду. Надо же было попробовать, как... Накинулись они уже. Лежит вкусняшка, чтобы ее не съесть. Он прекрасен. Мама, давай я рассказывай, как ты будешь делать из арбизов такие же вкусняшки. Без понятия. Шучу. Добавляю. У нас для этого есть специальный набор, чудо-набор, который нам поможет. Цвета. Черный, белый. Mm-hmm. Или можно радужный. Как хочешь. Не, лучше вот такой вот. Хочу, чтобы, типа, смотри, я тебе сделала тортик. Он такой смотрит, это же арбизы. На 1 апреля надо. Ну что, мама? Кулинарный баттл начинается. Мне нисколько не страшно, потому что нам помогут делать арбизные вкусняшки. Вот такие вот мясорубки. Арбизомолки, я бы сказала. У меня формочка для пирога. У тебя пирог, да. А у Вики тортик. Мы делаем красоту, зрители, как всегда, голосуют, у кого получилось лучше. Что? Я делала первый раз, это сюда, да. Да, у тебя будет зеленый торт? Нет. А почему у тебя... Смешанный у нее. А, ну, в общем, ладно. Я, Вика, не вмешиваюсь, что ты там делаешь. У меня будет песочное тесто, классическое, сразу скажу, классического цвета. Так. Смотри, как они там прыгают. Ой! Все, упрыгали ваши арбизы. Они любят прыгать. Опять так. По всей квартире. Все, пошло? Ух ты, интересно, какой у тебя цвет получится? Да. Макароны. Цвет. Давайте посмотрим. Точно огуречный какой. Огуречный, радужный. Здорово. А посмотрим. Что-то у тебя как-то слоями. Я сейчас это все перемешаю. Он такой нежный. Вот. Такой прохладный. Выкладывай. Опс. А руками, да? Как-то несколько слоев. Вы знаете вообще, как будете делать? Мы знаем. Не знаю. Я знаю, я не знаю, знает ли Вика. Так. Все, мам, не подсказывай, пусть ладно. Сама разбирается. Хорошо. Это же ее. Ну как челлендж. У меня цвет? Ну, пока так, детская неожиданность. А пирог будет или вишневый, или сливовый, или клубничный. А ты пробовала, какой был пирог? Со сливой, очень вкусный. На вид он был правда вкусный. Слюнки потекли. Как челлендж закончится, я сразу на него накинусь. Так. Хотя там еще впереди столько вкусняшек. Там еще... А что там еще было? Увидишь, это сюрприз. Так интересно, слушай. Когда вот эти положу, я буду подровнять вот этой вот лопатой. Буду подровнять. Молодец. Скажи-ка, у тебя какие оценки выходят в этой четверти? Пятерки. В этой четверти. По-русскому пятерка не выходит? Не знаю. Ну, учитывая... Зато контрольный у нее. Пятерка и по диктанту словарному пятерка. Да, у Вики были зачетные итоговые контрольные работы. У меня будет самая... Обалденная начинка. Из чего? Из много чего. Эй, у меня тут без присмотра оказывается. Тазик забыла поставить. Без присмотра. Вот что значит болтать и отвлекаться. Смотрите, у меня получился идеальный коржик.
Теперь я этот коржик заполню ягодками. Ой, у мамы пошли ягодки. Да, у меня это уже. Вишня? Наверное, да. Ой, красивая какая ватрушка. Это тоже не ватрушка, это пирог. Пирог. Сам ты ватрушка. С красной икрой. Это не икра, это ягоды. Давай. Тик. Тик. Как это прикольно. И вот так. Ну, да, интересно. Черечки ползут. Все, мой открытый пирог готов. Так, а Вика, я догоняй. Вика, давай доделаем, потом вы вместе с мамой откроете и посмотрим, у кого будет аппетитнее. Что мы откроем? А, вот это вот. Да, да, давай, я тебя жду, скорей. Ну что, показывайте, что у вас получилось. Аккуратненько снимаем? Да. Вика, у тебя где верхушка, где что? Верхушка тут. Ну, давай снимать. Ты первая. Ты первая. Та-дам. Так. Я еще хочу сделать. Я так понимаю, вот эта верхушка торта, да? Это такой отрезанный кусочек. Та-дам. Мне захотелось его съесть. Я думаю, это главный показатель того, что у меня получилось очень даже неплохо. Сейчас я вот так возьму. Мам, у тебя действительно красиво. Вот так возьму в руки. Вика, смотри, какой у мамы. Шучу, это несъедобно, ни в коем случае. Ой, реально вишенка. Только стебелечки не очень видны, но это вишенки. Вау. Ой, так здорово. Все, красота. Пять. Ну что? Нет, ты испортила мою красоту. Забирай свои тут ягоды. Только хотела сказать, чтобы ребята голосовали, кто победил в первом раунде. И мы приступаем ко второму. Раз, два, три. Вау, какая вкусняшка. Это прекрасно. Это так вкусно выглядит. А это можно съесть? Что, что, что? Давай-ка вы не будете сейчас кушать. Сначала сделаете, а потом сравните. Я убираю, попробуйте. Потом. А пусть тут стоит. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Пусть рядышком со мной стоит. Может быть, я укушу, пока буду делать. Давай сюда. Он чуть ко мне не свалился. У тебя сложненько? У меня не сложненько. У меня сложное. Мне опять... А у тебя? У меня сложное. Мне опять нужно сделать песочное тесто. Ой, какие скакуны! Так, оранжевенький. А вот так, интересно, арбизы стреляются. Вика, смотри. Мам, ребята. Я, кажется, лишь канула. Мама. А что? Не попал, не попал. Что-то вы это... Отвлеклись. Попал? Пока вы тут стреляетесь, я уже сделала... Ой, у меня патрон. Я уже сделала песочное тесто. Веселую игру. У меня тесто готово. У мамы уже тесто готово. А эта печенька очень быстро делается, между прочим. Сейчас я быстренько... У меня нет. Сейчас я быстренько все перемешаю. Без присмотра оставили. Тазик свой ставь. Да. Второй раз шутка не работает. Второй раз одна и та же шутка не заходит, Вика, да. Ты права. У меня тесто какое-то не печеное получилось. Опа. Бледное. Сить. У Вики тоже. Вика, у тебя слишком много белого. Домашний снег. Да, на ощупь очень мягкий, прохладный, очень нежный, воздушный. Что скажешь, Вика? Это прекрасно. Подожди, странно, у тебя кексик? Да, у тебя коржик должен быть по краям. Да, ты неправильно. Не так. А как? Вот эту серединку мы убираем. Ну, правильно, Вика же не готовила кексики никогда. Она их только кусала. Только кусала. И вот так вот, смотри, по краям распределяем. Ну, простите, я думаю, тебе знают, как она готовится. Вика делает начинку для своего кексика. Розовую начинку. Розовую? А как ты сделаешь розовый цвет? Красный с белым. Ага, у нас тут тоже цветосмешение. Перемешивай, и у тебя должен получиться нежный-нежный цвет. Розовый. Я уже вижу, как розовый получается. Что-то у тебя белого мало, странно. Тут у тебя колобок что-то разваливается. Сейчас я его утрамбую. Тут как-то странно. У меня будет печенька с ММДМСом. Слушайте, это так мягко, он такой мягкий. Я готова каждый день щупать. А знаете, как сделать антистресс? Как? Из арбизов? Да, сюда в маленький пакетик его засунуть. И так же мягко и широкий. Шарик надувной. А, да, да, да. Угу. В принципе, так и антистрессы и делаются, которые с арбизами внутри.
А что, есть такие, действительно, я не знал. У нас были такие. Мы в делали... сетке они, в сетке были. А, помните? В сетке, да. У меня сетка. Есть такой живой. Правда, живой, в смысле, он выжил, да? После тысяч жмяканий. Да, миллиард. Так, готов, да? Ну-ка. Все, давай, вроде. О, как мило! Это прекрасно. Тебе осталось украсить. Да. Такой бардак. Я, кстати, когда готовлю на кухне, у меня тоже всегда бардак. Я не могу готовить, чтобы было чисто. А с бардаком вкуснее. Не, ну потом все это убирается, но у меня просто на кухне не знаю, что творится. Папа! Зато все вкусно, никто не жалуется. Да. 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 Семья. Очень вкусно. Вкусно. По-другому я и не смог бы сказать. Ну если суп. Иначе голодным останусь. Без борща. Я обожаю борщ, больше никакие супы. А фиолетовые ММДМС есть? Смотрите. Да. Фиолетовые. А нет, фиолетовые ММДМС нет. Будут у меня? Да. Сколько только Скитлс. Зеленый. Что вы молчите? Это же красиво. Да, как красиво. Жду голубой. Законченной композиции. Я сейчас буду делать посыпку. Посыпку. Давай. Итак. Вот так вот, вот так, вот так. Польем. Ой, красота. Вика, в этот раз очень красиво у тебя. О, что-то ты переборщила. Все, готово? Нет, я у меня готово. Хочу... Давайте, показывайте. Вишенку еще. Вишенку, я на... очень люблю вишенки. Кто бы сомневался. Все. Вот моя печенька. Идеальная. Красота. Вика, показывай свою. А, у Вики, Вика, что ты... Что ты завалила такую ты красоту? Чем ты завалила? Сливками? А почему они у тебя зеленые? Потому где вишенка-то на торте? Ну, ребята, голосуйте, кто победил во втором раунде? Я хотела сделать вот такую... А тут то, что вы так долго ждали. Правда? А что мы так долго ждали? Не знаю, не знаю. Сейчас узнаете, раз не знаете. Давайте. Два, три. Что такое у тебя, Вика, непонятное? У мамы фруктовое мороженое, а у тебя шоколадное. А как его есть? А его не надо есть. А пока мы сделаем, это все растает. Ты уверен? Да, я могу пока в холодильник отложить. Можно я его откушу, пожалуйста? Давай. А мне? И тебе тоже можно. А ложечку? Пальцами. Правда? Вкусная? Вика, смотри. Можно. Блаженство, конечно, можно. Вкусняшка. Тут надо ставить видео на паузу. Можно мы немножко там перекусим? Ой, мои зубки замерзли. У меня есть специальные формочки для эскимо. Правильно называется эскимо? Да, все мороженое на палочке называлось эскимо. Первый шарик мороженого у меня будет шоколадный. Это черный и белый. То... Они влюблены. А я сделаю розовый цвет. Я попробую воплотить то самое мороженое, которое я уже съела. Оно было очень и очень вкусным. Ты тоже хочешь сделать розовое? Да, я сделаю розовый. Это знаете, на что похоже? Мы выжимаем футбольный мячик. А черно-белый? Да. А я уже сделала розовый. Ой, спасибо. Ой, там пока... Что там? Совсем не шоколадный цвет. Я выкладываю нижний слой глазури. Кто-нибудь знает? А, в середине у тебя белая. Да, и сверху опять розовенькая. Я надеюсь, все получится. Прям такой же, который я только что съела. Это похоже на... Это серый какой-то. Это похоже на фейл. Цвет черика. Нет, это не фейл. Надо тебе еще... А может быть, мы еще какой-то цвет забыли? Пробуем добавить оранжевый. Рискнем. Берем наш кексик. И закрываем. Думаешь, это бургер. Думаешь, получится коричневый цвет? Думаю, да. Сомневаюсь. Ой, а мне белоснежный, смотрите. Просто белый снег. Что-то ты, Вика, затягиваешь с шариком шоколадного мороженого. Я уже почти все сделала, между прочим. Ну, конечно. У тебя всего лишь эскимо, а мне еще 3-2 надо делать. Вика, все, у тебя мороженое красивое. Красота. Я так вижу, у тебя шарик, а это пломбир, это клубничное, и там шоколадное. Ням-ням. И что ты сейчас хочешь делать? Я хочу добавить сначала это, а потом уже вишенку. А это что это у тебя будет? Это поливка. А-а-а.
Фиолетовая. Ой. Ой, зеленая. Не так красиво. О, прелесть, здорово. Я вот так вот его потоплю. Все, не топи его. Давай вишенку. О, мама, а у тебя? Ну как? Можно. Что тебе? Держи. Ягодку. Ну как? Начинка вот только не видно. Да, сейчас, смотрите, я... О, прелесть. Это очень аппетитно. Красота. Ну как вам? Здорово. Вика, можно... ты победитель. Что? Подождите, я еще доделаю свою мороженую, папа. Почему ты всегда за Вику? Смотрите. Я еще хочу желтого немного. Я поставлю палочку. Давай. А тебе получится интересно его поднять? Нет, наверное, не получится, развалится. И еще один момент. У нас и тут меня есть... еще один момент. Смотрите. Я сейчас это мороженое понарошку откушу. Это у тебя зубы. Это мои зубы. Смотрите, там главное, чтобы начинка была беленькая. Давай. Ну как? Жалко, что немножко смешалось, да? Беленькая. Но зато ты приготовила нам свою челюсть. Это мамина уменьшенная коллекция челюсти. Ну что, ребята, голосуйте, кто победил в третьем раунде. Вика, показывай свое мороженое. Мне кажется, оно тает. Плюс арбиза в том, что это не тает, они только сохнут. Да, через неделю уже от этого ничего не останется. Да. Ой, девчата, такая красота у вас получилась. Такая вкуснота, но она, к сожалению, несъедобная. Я наши вкусняшки лежат вон там, которые мы не съели. Вика, пойдем кушать настоящие вкусняшки. Пойдем. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Всем пока. Я хотела вам кое-что подождать.